Привет, друзья! Сегодня мы с вами делаем очень простой летний макияж. Он быстрый, легкий, и я надеюсь, что вам понравится. Первое, что я беру, это корректор Шека, оттенка Light Medium. Мне нужен более светлый цвет. Его я наношу на синяки под глазами и на свои волосы. Немножко на прыщики. А дальше я беру пудровое тональное средство от Шека, оттенка Биск. Это цвет, который подходит мне больше всего. И его я буду наносить кисточкой. Вот эта вот толстенькая кисточка подходит для этого лучше всего. И я наношу это на все лицо. Это тональное средство очень легкое, очень простое в применении. Оно мне очень нравится на каждый день, потому что его очень легко наносить. Оно очень равномерно ложится, в то же время оно смотрится очень естественно, его не нужно как-то особо сильно растушевывать, оно само ложится очень хорошо на кожу. И плюс оно очень легкое, и поэтому есть ощущение, что кожа под ним дышит. В целом, такого покрытия мне на каждый день вполне хватает. Мне это средство очень-очень нравится. Дальше я еще немножко беру корректор и окончательно замазываю всякие неприятные штучки. В целом, само это тональное средство дает довольно хорошее покрытие, то есть всякую красноту и некоторые прыщики оно замазывает довольно хорошо. То, что немножко не замазывает, я в целом к этому спокойно отношусь, что в течение дня у меня там пара прыщиков немножко видны, но это просто кожа. Дальше я беру пудру для теней от NYX Ash Taupe. Дальше я беру кисточку для бровей от Sex Plus. Я беру более темный цвет. Прокрашиваем брови. Этой кисточкой очень удобно наносить цвет таким естественным способом. Брови получаются не слишком четко прорисованные, как я обычно делаю, а вот таким способом нанесения они смотрятся очень как-то естественно. Плюс так они наносятся намного быстрее, чем когда я их особо сильно прорисовываю. Дальше я беру тени Maybelline оттенка 304, это светло-коричневый цвет, и его я большой кисточкой наношу в складку между веками. Его же я наношу на нижнее веко. Дальше я беру палетку Maybelline оттенка Coral Jama, беру вот этот вот бронзовый цвет и наношу его на все подвижные века. Я обожаю этот цвет на лето. Мне кажется, он чудесный. Вы уже видели его в одном из моих видео. И мне очень нравится, как он смотрится. Очень так ярко, блестяще и здорово. Дальше я беру самые светлые тени. Наношу их сначала в внутренний уголок глаза. Потом под бровь. Потом я беру большую кисточку для растушевки, это опять Sex Plus, и растушевываю это все. Дальше еще одна кисточка Sex Plus для теней. Я беру вот этот вот темно-коричневый цвет, наношу его чуток во внешний уголок верхнего века, затем чуть-чуть растушевываю. Его же немножко на нижней веке. Теперь я беру тушь Divash Tube Lashes, мою абсолютно любимейшую тушь, наношу ее на нижние реснички. Потом я беру маркер-подводку от Art Visage, оттенка 704, рисую небольшие стрелки. Теперь тушь на верхней реснице. Дальше я беру бронзер Bourjois Soleil Ombre. Они немножко рассыпались, но я отказываюсь их выкидывать. Его. Дальше беру кисть Шекава для тонального средства. И ей я наношу немножко бронзера.
Дальше я беру румяна Essence из коллекции Джастина Бибера, оттенка Groupie at Heart, и они очень классные и персиково-розовые, именно тот цвет, который нам нужен, и их я наношу на щечки. И на губы я наношу Калистар. Вот этот вот блеск-бальзам для губ оттенка Коралла Роса. Вы знаете, что я его обожаю. И наш макияж готов. Смотрите, он очень простой, быстрый и довольно естественный. И мне кажется, на лето он в самый раз. Смотрите, что у нас получилось. В общем, надеюсь, что вам было интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Люблю вас всех. Муа!